В Украине нет эпидемии гепатита А. Такая информация появилась на сайте Минздрава в Фейсбуке. В ведомстве признали, что зафиксированы отдельные случаи. Уверяют, показатели заболевания не выше, чем в прошлые годы. Напомню, несколько дней назад в Николаеве была зарегистрирована вспышка гепатита А. По последним данным, вирус подхватили 47 человек. Шестеро из них дети. 35 пациентов остаются в стационаре. Источник заражения, скорее всего, питьевая вода, которую люди покупали в уличных пунктах разлива. Пробы отправили на исследование. Результаты должны быть через несколько дней.